Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео у меня на обзоре по майнеру Tron Pay. Начался, друзья, второй сезон. Сегодня 8.08, то есть 8 августа. Напоминаю, второй сезон. Первый сезон отработал, сколько он там, 14 дней. Кто зашел на старте, все заработали. И как бы начался второй. Значит, пошли вот здесь активные вклады. Регистрация. Кто здесь зарегистрирован? Вторичная не нужна. Я не регистрировалась. Я вошла, как и прежде. Была зарегистрирована в первом сезоне, и во второй сезон мне регистрация не понадобилась. Зашла по имейлу и паролю, попала я к себе в кабинет. Значит, переходим в аккаунт. Значит, и у меня здесь скорость 2-3x, 25% в сутки. Ну, статистика, да, показана. 0.53x ежедневно и каждый час 0.023x. Вот, что хочу сказать. Возможно, что можно работать абсолютно без вложений. Почему? Значит, смотрите сюда. Когда был первый сезон, друзья, и он уже все отработал, у меня на балансе были монеты Tron. Так. И при выводе там какая-то ошибка выпадала. Но это уже первый признак, да, что проект отработал. Но тем не менее, я, зайдя в кабинет, у меня на балансе оставались мои монеты. То ли так должно быть, то ли администратор забыл обновить сайт. Но, тем не менее, наверное, же обновил, так как у меня было, ну, так как второй сезон, видите, у меня депозита нет. Две монеты бонусные вот это идут. Дается бонус при регистрации. И свой заработок я вывела. Я сразу нажала «Выплатить». Кошелек у меня в настройках уже прописан был. Ну, все то же самое. Только вот второй сезон начался. Значит, выплатить кликаю. И я вот сегодня 79.68. 8.08. Выплачено. Согласитесь, неплохо. У кого есть монеты на балансе, кто с прошлого сезона как бы... Пробуйте выводить, но минималка на вывод от одной монеты. Как я уже сказала, в настройках кошелек не забудьте прописать. Вот, что еще надо? А, ну бонус есть. В рефералы находится партнерская ссылочка. Вот она. И давайте я увеличу скорость. Значит, последние 10 увеличений. А, вывод я, выплату вам сейчас покажу, ребятки. Все мы знаем, да, что он берет небольшая тут комиссия от 75.99, 3x пришло. Платит. Но, тем не менее, так, я хочу увеличить скорость. Написано от двух, но здесь видим, да, от трех монет. Ну, раз я вывела, закину 10 монет. Без фанатизма. Клику увеличить. Сейчас меня перебросит. Вот на этот адрес мне нужно перевести монеты. Я его копирую. Иду в Tron Link. И ровно 10 монет мне надо перевести. Вставляю, проверяем адрес обязательно.
Сумма 10 монет без фанатизма. Цент. Отправляю. Видимо, ожидает написанное. Кликаю. И ждем. Вот, видите, я все в режиме онлайн. Сразу загорелось зелененьким. И вот мои монеты прибыли. Кликаю на стрелочку. И что? Так, аккаунт. И у меня стало 12.10. Значит, и ежедневно теперь у меня будет выходить 3.03 монеты. Ну и каждый час 0.13 монет. Так, далее счет здесь. Также во вкладочке выплата. Наверное, мой логин то опять нет. Вот он. Мой логин. 79.68 МХ. Это сумма выплата. Ну и дата, естественно. Ну, конечно, все выводят. Так что проверяйте кабинет. У кого есть монеты. И про... Я без вложений. Я пополнилась, ребятки, при вас. Я ничего не вкладывала. Я после вот вывода сделала вот депозит. Я сначала вывела и вот начала писать видео. При вас в режиме онлайн сделала депозит. А потому и говорю, что пробуйте без вложений. А оси даст. Ну, не даст, значит, никто ничего не потеряет. Ну, в принципе, на этом все. Работайте, зарабатывайте. Надеюсь, этот второй сезон проработает не хуже первого сезона. Всем удачи, всем пока!